Движение левой рукой. Агитационно-пропагандистская акция «В армия страны, в армия народа» завершена. За 64 дня морально-политическое и психологическое состояние личного состава высокое, готовое к выполнению новых задач. Всегда наша армия является неотъемлемой частью нашего народа и всегда будет делать только то, что должна. Защищать нашу страну, защищать наших людей и с оружием в руках, и если потребуется, то и от ударов стихии.